Я зараз тут все. Что? Ну? Там переливаются муравьи. Ну, пусть переливаются. Мама вчерашний вечер здесь пугал. Что? Ты смела. Смотри, открой там наверху террасу. Там было. Там вид должен быть прямо на этот вот, на собор, Никит. Никита? Там должен быть вид прямо на собор. Никита. Мы же изучали, нет? Все с цветочками. А еще будет фейерверк у нас? Только в следующем году. Ты что, меня обманула? Нет, Один раз в год ты говорила фейерверк. Открытие, есть еще и на закрытие. Мам, можно три котика вначале? Еще. О, сколько там людей. Зайдем на площадку, Никит? А? Там классная площадка. Причем сейчас за паркур, как человек. Идем с утра на море. Вид трогай. Очень долгий красный. В Испании, а папа у нас да, мы стояли 5 минут и ждали. Давайте на минутку. Я пойду посмотрю, что там продают, хорошо?
аж жарко, веер. Подумаем. Ты хочешь себе веер, короче, да? Нет, тебе веер. Хочешь? А если бы я купила, тебе его отдала? Нет. Девочек тоже есть. Очень. Никита, купишь мне веер? Водичкой возьмем все пошли. Давай. Пойдем воды возьмем. Простите. Мне продать? Папа, тут есть сок со вкусом апельсина. Воды. Блин, а вы на то вот тут или нет? Оно есть за 2 евро, одна штука здесь такое-то. Марик, мы такую морозку покупать пока не будем. Если что. Да? Да, видно. О, смотри. Кажется, сегодня то же самое. Я думаю, то, что уже все закончилось, а на самом деле все начинается. Концерт. А это очередь на автобус, который начинается здесь и заканчивается вон где-то там. Идем? А это наверху кто-то тусит.
знаю, пожалуйста. Что? Хорошо, сейчас я засну, потом. Мы сейчас пойдем дальше. Мам, да? Мам, покажи, пожалуйста. Мам, да. Нога виновна. А почему? А, клещи так сильно кусают. Кто кусает? Сильно клещи кусают. Папа. Мам, все, купи. Что? Как праздник называется? Это праздник города Малаги. И празднуютократно. Празднуют целую неделю. Там даже у официанта из Макдональдса цветочек. Да? Это как символ. Макдональдс внутри весь украшен, Никит. Макдональдс внутри весь украшен. Это. Сейчас будем покупать? Сейчас? 5 штук за 2 евро. Да. Да? Да. Что 2 евро готов дать? У тебя есть мелочи? Нет, с собой ничего нет вообще. Мам, хочешь? Сейчас проверю. Да. Мам, ты почему? Пойдем на пляж. О! Никита! Мам, а зачем эти бочки?
пойдем? У меня это шутяги. Отлично. 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 Мы сейчас там не идем. Мы идем немножко дальше. На крепость идем? Надо, молодец, надо, здесь плавки. Они пилатцы, да? Пойдем, может быть, подойдем на сайт на секундочку, нет? Мама, помнишь фильм, знаешь какой? Куда? Хорошо. Пойдем на Лагетто и так. Мама. Что? А помнишь такой фильм «Путешествие к центру Земли»? Ну. И вот там, помнишь, люди превратились в маленьких людей. Ну. И если там они катались на пчелах, только знаешь, что, мама? Значит, остров был малюсенький. Мама. Ну. Остров был малюсенький. А там внизу лежала. Маленькая подводная лодочка. Можно я? Может, лучше с той стороны пойти, там хоть красиво, а то здесь... Из-за какого дома? Так я и говорю, с этой стороны дороги, не тут просто. Пошли. Можно. Левее туда. Ага. Ой, ой, ой. Главное, чтобы не было. Знаешь, что я сделала? Быстрей. Смотри, я такой прохожу, не вижу такое большое растение, а оно мне по очкам, по рту. Бас, бас. Ой, ай. Все, бьет машина, что мы с тобой будем делать? Все, побежал, побежал. Что такое мотоцикл? Почему с вами так много мотоцикл? Собак на мотоцикле. Может, из-за того, что так любят мотоциклы собак, собаки ездят на мотоциклах. Вот прям. Посмотрю в интернете. Наверх подняться хочешь?
На гору? Мы на гору пойдем? А мы обратно дойдем потом? Ты уверен в этом? Как ты уверен? Как ты уверен? Точно? 100%? Мы когда поднимались на горы, знаешь, какой трафик? 15 километров. А за день, когда мы ходили... С той стороны? Мы потратили 22 тысячи шагов. Уже 7 часов. Час назад, мы идем, 10 лет. И опять пропускаемся. Салют сегодня будет? Мама, а салют сегодня будет? Нет, сегодня не будет, папа пошутил. Что? Сегодня не будет. Так а почему папа сказал? Пошутил. В чем эти дырки? Интересно, где сегодня? Чисто дождь идет, то вода из них потом вода выходит. Вода засекает? А, сверху выходит. Да, да. Через люки. Может, обойдем с той стороны, нет? Да. Уже 7 часов, но все равно жарко. Дальше пошли. Нет. Только мы с тобой. Мы сплавляемся каждый момент. Это отель. City Full Red House. Комплиментируй разными вопросами, Давид. Еще не скоро. Не волнуйся. То вчера был ужастик. Точно. Мам, помнишь, что был ужастик? Да, мы вчера был. Побывали. Но он длился всего лишь 15 минут. Кидай мне водички. 15, а 25.
Лайма. Лайма? Лайма, да. Укол. Ну или почему? Это он апельсином. Наверх будем подниматься или все, нет? Кошка думает, она испугалась, пойдемте. Там наверху обзорная площадка. А что? Где она? Ой, там же еще шоу Матадора. А что по стоимости ты не узнавал? Что по стоимости не знаешь? Что? Мама, там открылся. Там же транзис Матадоры. Угу. Нет, я знаю, я просто не интересно. А зачем убивать купов миленьких? Какая традиция у них? Они еще едят купов. Нет, надо туда идти. Не знаю почему. И мы зато увидим быка. Старайся не обращать внимания. Я только что не обращал внимания, у меня самого заболело. Может быть, немножко. А внизу парк.
смотришь, сколько там людей вообще. Пойдемте. Что? Идем на пляж. Чего? Давид! Марк! Что? Да. Неплохо он банчик, да, на входе. Там 50 по 10. Они сейчас секунды. Знаешь, там много подделок, поэтому все цель. А у нас не работало? В одном отделении не больше. Достаем. Могут сделать легко. То цене кажется. В итоге твое все равно заплачу. Не должны выплачивать. Сначала все. На пляже мы просто не купим через нормальные деньги. Так хоть встаёт, просто не надо вот так вот. Плавно мы выходим на Малагет. Все? Так пусть проживет сначала. Больше не будешь мороженое? Ой, мне хватит.
Так, ты сейчас туда напускаешь? Ты тоже так? Ну, последок. Ты тоже будешь все пиздец. Мы сегодня прогуляемся далеко, туда. Прогуляемся сегодня вон туда. Подальше. Майку? Нет, еще да. Не знаю. Сейчас посмотрим. Ну, сейчас посмотрим, хорошо. Сколько там тысяч шагов у нас? Сколько тысяч шагов? 10? 10? Дальше. Пойдем тут в море, не? Не, нормально. Там же снег по дороге этой. Машина есть, дай стоп. Ой. Дай стоп. А, все. Мам. Ну, мы за безопасность. Я довожу, провожу обратно. Не, мы по набережной сегодня пойдем. Да. Мы на море сегодня не пойдем плавать, Марик. But it, I мы идем сегодня по набережной далеко-далеко. Мы прошли маяк? Ну, наверное. Мы зашли за порт. Да, обязательно. А ведь мы тут живем уже. Мы здесь еще очень много всего. Увидим и посмотрим. Мы не отдыхали, приехали. Но здесь людей меньше, правильно? Да. Здесь людей меньше намного. Ну, здесь... Людей намного меньше. Сейчас, да. Да, в принципе, здесь немного людей. Ага. Линия. Что за американские горки на воде? Это мини-аквапарк. Нет, парк-то мини-аквапарк. А мы сюда дальше не ходили еще.
Что это? Что это? Да, там ничего нет. Ну вот видишь, будет смысл себя хорошо вести, чтобы туда пойти. Будет у вас смысл хорошо себя вести, чтобы туда пойти. Нет? Давай сходим. Ну, сейчас мы уже не пойдем. А нам еще надо идти Давида обратно. Желательно до часов 9. А почему? Да. Мама, а быстро идти? Что? Можно просто не допройти до камней. Ну, не сегодня, может, нет? Что? Ну, может, не сегодня. Мы полностью будем. Мы не будем полностью, обещаем. Честное слово. Я не буду в песке. Я не буду. Я буду в песке. Ладно, я буду ходить. Пойдем быстрее, Марк. Да, быстрее! Спасибо. Пойдем так? Никита, так? Что? А вот так пойдем или нет? Или так как-то? Мне все равно, как ты хочешь? А вот завтра будет волшебная ярмарка. Здесь будет завтра волшебная ярмарка. Куда идем? В какую сторону? Бегом. Прямо? Субтитры
7 евро. Слышите меня? Ресторан все по 7 евро. Ресторан сзади был, все по 7 евро. И паста, лазанья. Вот. Что? Да, это заведение, которое любит Бандерас. Антонио Бандерас. Да. Сейчас рекламу решил сделать. Сейчас я жду новый сезон, очень странные дела. Пойдем. Пойдем. Это мудрецы. Видишь, как хорошо быть веселым? И настроение всегда замечательное, правда? Хорошее настроение? Не надо. Секундочку, а как мы пойдем? Вот так и так, нет? Как это твое самочувствие? Точно? Что? Мне тоже.
Нам до метро идти близко, на самом деле. До метро идти близко. Немножко обнимашку. Кто-то устал. Устал? А здесь 10 открыток 4 евро. А здесь 10 открыток 4 евро. Здесь что? 10 открыток 4 евро. Да. А там 5-2. Да. Да. Ну вот, у них это искусство. Слушай, Никита, здесь будет прикольно. У меня тоже ножки бред. Пойдем тогда на метро. Она, по-моему, тут, ну давай. Ой, мой любимый. Один из любимых. Соборов кафедрально. Маме, что креста? Давайте один наливает, один держит, другой пьет. Пойдемте. Пойдем, здесь очередь, дети, очередь. Давида, подержи ему быстренько. Золотые. Пойдемте, ребят. Папа,
Марик, пойдем. Ну что ты? Мы идем в сторону метро уже все. Он забивает пас и... Вау! На меня даже птички полетели. Бедняк. Он дает пас. И он забивает. Белый голубь. Смотри, белый голубь. Отдает пас легендарному бойцу Альпину. Альпину. Ты упала! Не трогай, пожалуйста, только его. Все, идем. Без масок общественный транспорт не пускает. Давайте ход по укрытиям. Мама, именно здесь я поцарапаюсь. Ты посмотрите его. До мяса. Посмотрите его. Давид, ты видишь? Или я посмотрю. Я буду. Никита. Идем? Нет, нет.